из 40 дворов, которые числились в Приморье, осталось всего, наверное, жилых местных жителей, осталось домов 10 с жильцами. Есть и баба Нина, баба Маша, тетя Валя, что я как дой для кос. Короче, еще ну Валя сатуши. Да еще бы, да почи, не делал нас косом кол. Вначале думали, что строим дом как дачу, а потом оказалось, что он как жилой дом наш с дедом. Вот. И так живем по сей день. Здесь общественных не было, никаких организаций. Здесь было единственное, что школа и магазин. И в город мы выезжаем, он чаще, потому что он на колесах, а я не выездная вообще. Мы, например, ждем смерти. Больше ничего. А что мы можем? 85 лет. Куда еще дальше? Угости молоко, кофе с молоком молодежи. Пригласи, это по твоей цели. Ты кофевар. Я не кофевар, я мамалыговар. Общаюсь с детьми. Сын в Москве, внуки в Москве. Каждый день звонок. 9 вечера, начало 10, между 9 и 10 звонок по интернету. Вот я тешусь каждый вечер. Да, я в сад изолятор, я в сад в комнате спиранте. Комусь диспозиції. Десь конвідіно, раш, аїч, уйт тут. Тут ще я рано мик, я раші майтріст, а то інша. А кома луна війні, саме звуку тентурин джужака, дай одяг, тут ще рано. Фара друм, фара магазин, фара, фара, фара. Cu drumul ăsta e greu, ia. Dacă e umăt mare, e tare greu. Ei, dar nu și eu am mașină, însă. Ei au mașină, ei las bat capul, dar eu să-mi bat cap. Eu pe jos pot să mă duc. Ia că mă duc să-mi iau o castrulă de borș, dar ia că n-am spălat crâșca. Când o să o vadă. Asta mă duc. Asta mă duc. Главное, aici și curat.